Одна комната большая получается. Вот, да, сундук окованный. Старинный. Прикольный, да? Еще сундук. Там шкаф, но это Советский Союз. Ну так я бы не сказал, что это прям много всего интересного. Я бы сказал, что это гроб, а не этот диван. Вот какая-то штучка. Какие-то украшения, наверное, от шкафа. Бетонный шалк. Потолок, смотрите, вот тык-тык-тык. Странно вообще. Тут какие-то вент-короба. Ящики. Ну так, вам все равно даже растения проросли в дом. Побросали все. Дверь, стол, какие-то рамы, хлам. Я бы не сказал, что прям много всего интересного. Сундук, да, забавный вообще. Сундук прикольный. Надо глянуть, что внутри есть. Это прикол. Тут, походу, вот... А, вот еще, смотри, вот маленький есть сундучок. Вот это смешной. Так. Ну, есть там сокровища. Там газеты. Зеркало. Хлам какой-то. Достанем эту коробку, дух. Ножницы. Банка забавная. Почетные грамоты, письма, квитанции, книжка. Документы, короче. Так. Ну так. Да, этажерка тоже забавная. Так, глянем, что в этом. А в этом замок. А, все. Мы тут не первые. Его скрывали. Тихо. Подожди. Не, бумаги. Тоже хлам какой-то. Ничего интересного. Просто пыльный сундук. Вон. Красота. Да здравствует. Ну, кто? Ленин. Кто же еще? А замок старинный. Видишь? Прикольный. Да просто какая-то чайничек, лампочка. Тихо. Какие-то тетрадки старые. Там мне интересно. Так, тут какие-то тряпки. О, смотрите. Что-то шелковое. Народный костюм, нет? Ну, какие-то, да, какие-то бабушкины тряпочки. Известия. Блин, да, давно тут не живут. Церковная ведомость. 1914 год. Ни хрена себе. Илюх, иди смотри. 1880-й. Троицкий листок. Ну-ка, ну-ка, что за бумаги? 80-й год. Троицкий листок, а там что? 1819-й век. Так, это Комсомольская правда. Какой год? Это не важно. Вот, 1914-й война началась. Прикинь. Очуметь все с ятями. Вот это да. Вот это прикол. Интересно. Так, это травка, кунавка, ежи. А, тоже с ятем, тоже что-то старинное. Церковная ведомость. И это. Ну вот, дореволюционная макулатура. Прикольно.